Прием, прием, здорово всем, с вами Хилс Хёрдс, это у нас огонь Рубикона, арморд, бронированное ядро, все верно, шестая часть, знаменитая. Ребята, в комментариях пишите, говорите, псина, какого фига так мало видео, ребята, времени нет, я бы рад побольше записать, сколько получается, столько записываю, в будущем буду стараться, разумеется, длиннее серии делать, но сами понимаете, что не всегда получается так, как хочется. Как бы, как говорится, не хотелось. Так, мы с вами остановились на каких-то занятиях. А Standard Armored Core, типа дизайн. Окраска, блин, я хочу красный. Можно мне, пожалуйста, красный? Голова. За деньги. Оранжевый хотя. Я хочу красный. Дайте. Вот это балдеж. Мама родная. Или розовый. Да розовый, блин. Просто прикинь, как жирно будет смотреться. Корпус тоже розовый. Охренеть. Прикинь, какая тут фундаментальная кастомизация. Даже не знаю, все цвета крутые. Вот такой тип, он как будто в грязи. Ой, какой балдежный цвет. Ну, теперь точно меня никто не спутает. Ребята, ну извините, это надо сделать. Я не знал, что тут такое есть. Если бы я знал, я бы, разумеется, потратил какое-то время. Ноги нет разделения на левую и правую. Немножко не круто, ну ладно. Ну, наверное, логичнее будет какой-нибудь вот такой. Выглядит балдежно. А, еще пушки можно. Ну, пушки давайте будут серые. Я бы хотел сами туфельки поменять, ну ладно. Сохранить изменения. Отлично, рисунки. Можно еще рисунки. Ну, рисунки так неинтересно, хотя интересно. Какой рисунок можно? Давай нарисуем себя. Давай саламандру. Выглядит балдежно. Ну и, собственно, все. Давайте вылазка. Пам-пам-пам. Задание. Дамп. Есть какой-то уровень? Давайте то, что дешевле. На комплекс дампа. Погнали. Got a job for you, 621. You're joining an operation planned by Balaam HQ. Check the briefing. Heard the good news from Walter, did ya? Good. Sit your ass down and listen. Balaam's moving in on the Gallia Dam complex, one of the Liberation Front's bases. The objective is to destroy their lifeline and make those sacks of shit beg for mercy. I'll be sending two good-for-nothing maggots from the Red Guns, Gun 4 Volta and Gun 5 Iguazu. You? You're just gonna be tagging along on ass-wiping duty. I'm assigning you the call sign Gun 13, a lucky little number that just became available. Gun 13, sound off! Good enough. Now go get ready! We're going on a field trip, kiddo! Я вспомнил, на чем мы прошлую серию закончили. Мы кого-то там победили и заимели возможность войти в состав каких-то невероятных там гончей, по-моему. Gun 13, huh? I'll stick with 621. Don't let the red guns teach you bad manners. Красные пушки, точно. Меня, как говорится, хлебом не корми, научи плохому. И это я люблю, одобряю. Ну, не всегда, конечно, но по большей степени да. Опять не поверите, у меня такое было. Включаю компьютер. А фонарики не загораются. Я так расстроился. Написал продавцу. Он сказал, что вышлет мне новый коннектор. Вот и рано или поздно мне снова будут работать светяшки на компьютере. Куда они поехали? Какова цель нашей миссии, ребята? Вроде бы я сделал дамейдж. Мне кажется, сейчас всех победю. Простите, что-то горло пердит. Получится влететь? Отлично, балдежно. Супер балдежно. Они скажут то, что я был красавчиком и впереди всех дрался. Как кто-то доможет сильно. Это мои напарники. Это не напарники. Так, они даже не успели приехать. Владос все делал самостоятельно. Так и запишите. Автоладах, Владос, красавчик, все сделал в соляного. Блин, мне обилка на Е очень нравится.
Во что сломать, да? Ну да, дело сделано. Пацаны, сейчас я сверху как ниндзя нападу на них. Вроде бы дело сделано. Не знаю, что-то, конечно, в этом есть, но, опять же, я прям не такой фанат серии, к сожалению. Как бы не хотелось. Так что не обижайтесь, если вдруг рано или поздно мы дропнем игру. Вот, к чему вас потихоньку подвожу. Что, они сверху уже разобрались? Нормально, дело сделано. Нет, я тут один бы, в принципе, все развалил. А втроем мы точно заннигилируем этих работяг. Причем весьма-весьма... Ну что это, маленький танчик? У меня, блин, в детстве мой танчик был больше, чем вот этот танчик. Не хотелось как бы хвастаться, но факт остается фактом. Пулемет надо, кстати, купить будет. Пулемет выглядит прикольно. One target remaining, that's great. Все, его сбили. Ой, это что за... Откуда они взялись? Мужики, у нас тут тыл открыт. Пацаны уже вроде убежали, так что пойдем на следующую цель, полагаю. Надо разобраться, не понимаю. Вроде они подчистили за мной хвосты. А что им благодарности? Эй, третий не хватило, бывает же такое. Заряжаем и полетели. Давай, давай, эти, нормально. Это гигалифт, поехали. Запускаем. В смысле, что-то не работает, что ли? Живучий, ты смотри, это походу какой-то этот. Живой. Братишка, у тебя скоро батарейка сядет по-любому. Ты выглядишь так, как будто ты нормально себя ощущаешь. Он, к счастью, клевой. Более неточный. Жалко, конечно, что они на английском говорят, субтитры мне абсолютно некогда читать, вы сами понимаете, чтобы не получить тумаков. Где он? Он будто бы испарился. Дело будет сделано. Че, парни ни хрена не помогали? Бесполезные говнюки. Так, можно меня запустить сегодня или нет? Может, я что-то... Может, надо вручную подниматься? В принципе, так тоже можно. Дело сделано. Так, сейчас бы... Лего, не, мышку мне можно? Алло. Алло. Прошу прощения. Так, ну нам эту большую штуку сломать. Нормальный напарник. Мои лучшие просто. Куча бесполезных говнюков у меня в команде сегодня была. Ни хрена, это корабль какой-то наверху. Гигантский, огромный. Какой-то явно недоброжелательно позвонил. Так, ну и военного двоящего корабля. Верно, уничтожение. Enter нажать. Да, через клавиши не работает, жалко. Got a job for you,
Atlas wants a request from the Archibus Group. Raven, this request comes from Schneider, an Archibus subsidiary. The mission will take place in the Bona Dea Dunes of Western Belius. Our coral investigation there is being blocked by the Strider, a Rubicon Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Your attack will focus on the Eye, a giant laser cannon connected directly to the main generator. It's protected by a shield, which is powered by auxiliary sub-generators. These should be your first targets. This concludes the briefing. Good luck. Не, ну что сказать, в целом занятие ясно. Цели понятны, поехали побеждать. Time for a little self-promotion, 621. Smash the Strider, and Archibus HQ will be sure to remember your name. My name is John Cena, ту-ту-ту-ту. Простите, не удержался. Стоило бы, но я не смог. Слушайте, на удивление, игра балдежно работает на HDD установленной, будучи. Просто я бы сказал фантастически. И пушки тоже надо красить, а не красиво. Так. Дайте целеуказатель, покажите мне. Неужели мне надо будет, собственно, ручно что-то искать? Я пойду вперед. Куда глядят глаза? Сколько плюшек на него надо? Да хреново, слушай. Живучий говнюк. А ну вон она, вижу все. Это ходоки из Звездных войн. Что это за Рубикон ваш вообще, о котором все говорят? Какой-то гигалуч. Ладно, понятно, надо доджить от этой штуки. В будущем. Сейчас я тебе пипирку-то пообломаю. Могу задоджить? Нихера себе, как доджить-то? Алло, подожди. Да поехали быстрее. Да что за говно, я же там, ну как, тут жил. Не понимаю, ребята. Первый есть. Ю, хочешь ближний бой? Я устрою тебе ближний бой, псина. Я вторую лапку ему разобьем. Блин, крипово выглядит, такая огромная махина. Так, а толку мне ждать до хрена? Или нет? Я подлетаю к нему полчаса. Нихрена. А, он сразу падает? Так просто? Очевидно, с ноги как-то это надо делать. Блин, а все хилки просрал. Надо очень осторожно себя вести. Блин, что за рта там поливает постоянно? В теории я бы уже мог взлететь, но я хочу более стопроцентно подлететь. Мы нормально долетаем. Отлично, балдеж. Всего один мех доставляет столько проблем. Выше надо. Папаня, на самый верх. Наверное, плотность воздуха хуже, потому что мех у меня не летит. Сломался мой мех. Реально не знаю, почему он так плохо летает. Так, 1000-1700. На чем справа выходит? Рикочет написано. Давай. Выглядит как то, что я должен использовать для поднятия наверх. Я сюда пойду сейчас, кстати. Отличный план. Отличное место. Так, вон там. Двигло, походу, первое.
попадаю, нет? Не понимаю. Наверное, не попадаю, наверное, с другой стороны. Или нормально было? Не, вы знаете, наверное, правильно было. Все, что ли? Тихо-тихо, осталось три. Еще три, в смысле, может? Может, две? Или сколько их там, мать вашу? Куда-то наверх надо. Тяжело, тяжело. Скорее всего, никакого сейф-поинта мне не дадут. Твою мать, это такая... Я так обосрался. Я не думал, что эта хрень будет меня дамажить. Она дамажила еще как, со всей силы. И за это ядро твое снесу. Могу же тут стоять? Да, могу. Надо было прятаться. Давай быстрее, лети, дружище. Мне не попадет. И у него нет шансов. Могу тут стоять? Тихо-тихо-тихо-тихо, батарейки сели. Так, а еще одна с другой стороны, твою мать. Придется как-то через верх пробираться. Он же не попадет? Он мог бы попасть. Причем на все бабки. Подожду лучше. Вот это снизу вообще. Пока не представляю, как туда попасть, честно. Полечу. Обалдеж. Ну давай, 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 ну нет! Или заново заходить. Серьезно? А как это сделать тогда? Ой, как же я это ненавижу, с нуля все. Какое же говно. Так, да давай сначала начинать с нижней. Иначе ради чего это все? Ну, очевидно, я как-то здесь могу пожить. Может, я расстрелять могу в теории? Да, могу. Я все это время мог сделать вот так, отлично. А теперь как-то надо подлезть наверх. Я пока не представляю, как. Не банально, может, скорости не хватить. Так, ну, вроде нормально. Хрен меня запустят? Честно говоря, не помню, что я делал, чтобы она в прошлой серии нормально работала. А, надо было пробел нажать, понимаю. Кто же знал, кто же знал. Так. 500 и по 700. Давай начнем с верхней, попробуем. Я рискую получить по щам. Но не сегодня, повезло. Куда ж ты летишь так глупо? Тихо, 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 тихо. Хренку свою выключай, да? Взлетаем, взлетаем, папаня. One left, это хорошо. Дамажила дрянь все-таки. Жду, пережидаю. Ну его, как говорится, нафиг. Сложная миссия попалась. Никогда не ожидал такого вот опять. Пережидаем. Ну его нафиг. Он будет драться все равно? Может, нет. Кто его знает? Думаю, подстраховаться. Не, он будет драться, отстой. Эй, надо как-то поближе попасть. Я не представляю, как. Зеро, это что такое? Оно на меня бежит, ты гля. Гля, ни хрена себе. Страшно было.
Что за криповая хренатень, как ее убить-то? Давай, дамаж, дамаж. Молодежный, вроде задамажили. Бесконечности, Дарья! Куда убираться? В какую сторону? Уи, а в тот раз мне тут проигрыш засчитали. Дело сделано, как говорится. Такой маленький на фоне таких огромных странников, знаете ли. Могли бы побольше денег дать. Я бы не отказался, честное слово. You must be the handler, I presume, for the independent mercenary Raven. Honored to make your acquaintance, V2 Snail. I understand you want to join Operation Wall Climber. You do realize that disposing of some Liberation Front garbage hardly qualifies you. Know your place, you meager dog sitter. The answer is no. I hear you're deploying V1 again. Must be rough only having one good pilot to rely on. Oh? Are you suggesting your dog can take Freud's place? You'll see. Just give us the chance. Very well then. We're also deploying V4. Who's been equally brazen of late? Let's see how they both perform. Двойная миссия. В два ствола, так сказать. One new message. Raven, your work on the Strider deserves commendation. I am thrilled to have issued you the request. Allow me to introduce myself. I am the Archivist Group's mercenary liaison. V8 Pater, at your service. I think I'll enjoy doing business with you. Нормально погорели 3 секунды, и все. Новую эмблему дали, какие-то упражнения. Магазин деталёв дали. Мои задания смотреть. На лаз люблю стены лазать. Хлебом не корми, дай по стены лазать. This is V2 Snail, leader of the Vesper 2nd Squad. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads. Break through the line, then make your way to the top of the Wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. V4 will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the Wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Ну что ж, это тоже вроде бы несложно выглядит. Попробуем это провернуть. Наверное, нужно постоянно улучшать себя.
Show them you're worth the credits. 621. Что-то я не особо эти кредиты получаю, мужчина, алло. Где мои доллары, командир? Ну, пока грузимся, я сейчас Костик выпущу один моментик. Сейчас. Main system activating combat mode. Commence mission. We'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city. Прошу меня простить. Tetrapod MT further in. Стрелять шквальный огонь — это плохо. Они вроде не попадают. Может, я как жестко прилечу? Да, можно мансить. Ты что, за спидрунил вашу стену? Тоже мне проблема. А, нихрена, понял. Понял. Был опущен. Не понял, что так сильно задамажило, но что-то задамажило. Ладно, неприятно. Еще разок. Походу эти просто прошили насквозь. А, вот эта херня тоже дамажит, ладно, понял. А, их несколько, я понял. Их тупо несколько. Ну блин, не очень приятно, но дамаг есть, окей. Так, дамаг получал очень неприятный. С тыла их обойду, и они ничего не сделают мне. Вот, собственно, вот так. Че, он не лочит их в цель? Нормально лочит. Вот так вот. Какой рикошет, ты шо? В принципе, я не обязан их убивать. Отлично. Ой-ой. Ой-ой-ой, затрал. Да? Вроде нормально. Только как подняться пока что я немножко не понимаю. А, вот все понимаю. В другую сторону. Это говнюк или не говнюк, не пойму. Если он нам что-то делает, нихера себе. Чекаем быстренько. Без вариантов. Что-то это, ребята. Короче, давайте, наверное, в будущем продолжим. Премного всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. К сожалению, нужно идти по делам. Всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.